очень яркий проектор. Перед нами проектор Acer H6541 BDI. В комплекте с устройством идут пульт дистанционного управления с батарейками, кабель питания и VGA, документация и сумка для переноски. Переходим к устройству. Внешне это обыкновенный проектор. Органы управления вынесены на верхнюю часть, а порты спрятаны с тыльной стороны корпуса. Тут есть USB, VGA-вход, RS-232, аудио-вход и выход, композитный видео-вход и два HDMI. А теперь о внутренностях. Ключевая особенность этого проектора – яркая лампа на 4000 люмен. Этого хватит для четкой картинки при офисном освещении. Однако для просмотра кино мы все же рекомендуем закрывать шторы. Диагональ проецируемого экрана тоже не подкачала, до 301 дюйма. При этом максимальное разрешение составляет Full HD. Еще из особенностей отметим поддержку частоты обновления в 120 Гц. Это значит, что проектор может отображать 120 кадров в секунду. Если вы запустили кино или игру с такой частотой, то получите очень плавное изображение. И заканчиваем на ресурсе лампы. Он зависит от режима использования. В обычном режиме это 3500 часов, а в максимальном режиме экономии срок службы увеличится до 12 тысяч часов. Суть режима экономии проста. Он снижает яркость лампы во время простоя. Подытожим. Это яркий проектор для офисного и домашнего использования. У него есть два HDMI, поддержка 120 Гц и большая диагональ проецируемого экрана. Расстраивает лишь скромный динамик на 3 Вт и отсутствие игрового режима с пониженной задержкой ввода. Если вы надумаете серьезно поиграть на проекторе, присмотритесь к отдельным игровым моделям.